Я еще немножко посмотрел фильм, который вы все спрашивали. То есть мы отшили кое-каких людей из своей команды. И знаешь, вы видите меня совершенно другого. То есть я был опустошен, честно хочу сказать. Я был нормальный вроде с виду, но физически я был опустошен морально, ментально. Сейчас меня ничего не держит. Сейчас мои пацаны Андрей Корешков, Андрей Пуляев, которые помогали, Саня Подмарев и все другие наши команды. Мы как одно целое. Ну, раз уж мы таким сленгом выражаемся, как отшить, получается, Ильич оказался чушпаном, да? Нет, почему? Чушпан бы себя даже не поднялся бы. Он просто оказался с другого двора, сербского. А наш двор показался сильнее. Ты чё? Ты где видел, чтобы чушпан там с кем-то дрался? Ну, хоть одного назови мне такого. Если он начинал драться, он сразу бы его брали в пацаны, правильно? Вот и все. Перед тем, как выйти на бой, я видел, какой у вас заряд был прямо вполне... Да, вы был. Прямо на месте не стояли. Знаешь, я и боялся, может быть, мне кажется. Я вот, мне надо вроде тренироваться, что-то там, знаешь, делать. Я чувствую, что у меня внутри энергия внутренняя, понимаешь? То есть до этого у меня ее не было. Ну, хоть что говорить. Тот год я был вообще... То есть я был погасший внутри. А сейчас я думаю, что так и будет все. В прошлом году, когда вы выходили, и сейчас... Да я дофига все изменил. Знаешь, у меня даже капа другая. Ощущение такое было, что это два разных человека, и вы омолодились. Я хочу еще посмотреть. На лет 15. Ну да, видишь, главное, как ты себя морально чувствуешь. Как ты даешь на тебе проехать, как говорится, чтобы тебе всякие олени там вешали, ныли. А самое, знаете, что сложно, я говорю, очень плохо, если у вас близкие желают вам поражения. То есть, пойми, ограбить вас, еще раз хочу сказать, лучше всего могут ваши члены семьи. У них есть доступ, они знают, где ваши деньги лежат. И точно так же, если кто-то в вашей команде работает на то, чтобы вы слили, просто как сволочь приходит и вас сливает, вы себя чувствуете опустошенным. Вот и все. У меня такого нет. Сейчас еще раз говорю, вся наша команда четко работает. Пацаны, красавцы с Омска, мы свое заберем еще. Александр Ильич сказал, что судья остановил 4 на бой. По вашим ощущениям, рано или нет? Да ну, я же не просил, пусть не останавливал бы. Я хотел его, честно, кончить жестко. Вот и все. Как бы, но он и так получил, ты же видишь. Ну, не хочешь сказать нет? Нормально. Такое ощущение было, что когда у тебя он бы не ушел оттуда, ему печень, сам. Вам охота была еще поиздеваться. Да, да, хотелось. Я даже душить не стал. Мог его задушить, ноги заправить. Да нафиг мне это надо? Нафига мне эта борьба нужна? Поспешил с броском. Хотел красивую показать, но чуть-чуть так. Второй раз тоже, когда попали в печень, то уже отпустили, хотели да. Поместить. Прямо не, так... знаешь, честно, я хотел ему с колена короночку свою, когда он от черенка стоит. Один раз только ударил, а потом, ну он, блин, так, конечно, готов к этому. Ноги длинные. Махнул один раз, ну и просто шоркнул, конечно, по лицу. Но все равно. И заготовка четко сработала в начале боя, когда он ногу отправлял, да? Сразу же забрали. Ну смотри, я не знаю, вы заметили или нет, что я поменял стойку? Да. Кто-нибудь заметил? То есть я вышел в правше, в тот раз я вышел.